женщина, мой низкий поклон вам всем. И я всегда говорила и не изменяю себя. Вашей неугомонности нет предела. Продолжайте в том же духе. Но я решила это 8 марта в Берлине, откуда родился этот праздник, Лорецкин. Там его не празднуют. Категорически против 8 марта. Очень скучно было, никто не из мужчин даже цветами не шел. В Израиле, по-моему, больше праздновали. Мой муж пообещал 8 марта, что мы пойдем наконец-то по магазину, он мне купит много подарков. Начался сильный дождь, он сказал, ему болит спина, и это не так, и то не так, и 8 марта нужно определиться. В Израиле женский день есть, в декабре есть день мамы, чтобы я пересчитала и решила, в конце концов, что за праздник выбрать, или 8 марта, или мамин день. Не, ну все равно красиво, я вам хочу сказать, что даже молодые ребята, которые родились уже здесь, в Израиле, красиво было, покупали цветы, поздравляли, и смс-ки посылали, и по телефону. И я от всей души тоже хочу поздравить и пожелать сегодняшнему умелым ручкам. В Союзе это называлось умелые ручки. И вы назвали умелые ручки. Я их называю просто золотые наши ручки. Пожелать вам продолжать работать, продолжать делать много мероприятий. Мы начинаем целый ряд мероприятий для пожилых людей. Я желаю всем праздника. Девочки, спасибо за ваше рукоделие. Продолжайте работать. Берегите слабый пол. А мы со своей стороны будем стараться сделать возможное и невозможное. И кто купил билеты, послезавтра мы вас ждем на встрече с сыном Владимира Высоцкого. А плавно после 8 марта мы еще будем праздновать Пейсах. Через 2 недели у нас будет большой праздник, и я надеюсь, что мы сделаем много мероприятий. А сразу после Пейсаха мы ждем вас праздновать 70-летие страны. И мы с Лешей готовим очень большой концерт. Такого концерта у нас еще не было, будет в аудиториуме. И кроме этого у нас будет пикник большой для всех. И вы тоже получите, и вы места. И памятник начали убирать, а все в порядке. Здоровья и благополучия. Девочки, продолжайте трудиться. Слово предоставляется председателю Союза ветеранов города Хайфы Евгению Григорьевичу Бибингардову. Дорогие друзья, уважаемые женщины, дорогая Ильича, пожелать вам долгих лет, здоровья, такого же замечательного дружеского отношения. Учителю мэра города Хайфа Юли Штайн. С признательностью за многолетнюю поддержку ветеранского движения Хайфы и участие во всех проектах, проводимых ветеранами. Спасибо большое. Здоровья вам всем. 8.03.2020. Спасибо большое. Спасибо, мои хорошие. Юля, у нас очень много умельцев, и сегодня то, что сделала наша ветеран Адара Лидия Кацура, это овощи. Это овощи. Это букет из овощей. Спасибо большое всем, родные. Я вас целую всех и обнимаю. И с вами, поверьте мне, ничего не страшно. Спасибо большое всем. Они сделали тоже великолепное мероприятие. И Галя мне на перебой кричала по телефону, как мы хорошо погуляли. И получила привет от всех ваших людей. И действительно, и Паша даже мне уже передала лично. Ну-ну-ну. Спасибо большое всем. Слово предоставляется председателю Союза инвалидов Горелику Григорию Федоровичу, который все его знают. Пожалуйста. Разрешите мне от имени Хайского городского комитета инвалидов войны и двух инвалидов поздравить вас
международным женским днем 8 марта, пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, счастья, радости, любви, ну и таких три известных слова: надежду, веру и любовь. Надежда в удачу, веру в успех и любовь к тем, кто вас окружает. Пожалуйста. Вышла маленькая брошюрка об одной из тех, кто был в Минском подполье в самом начале. И их повесили, 13 человек повесили 26 октября 41 года. Но это среди них вешали по разных местах, трех повесили здесь, вот здесь. На двух было написано их имена, а третье не было известно имени. Это была Маша Брускина. Журналисты воевали, добивались, чтобы ее признали. В 2008 году ее признали. Но потом историки немножко опять начали мешать. Но поэтому, по этому поводу была издана вот эта мной брошюрка маленькая. А Маша жила же здесь, в Израиле. Маша была повешена 26 октября 41 года. Спасибо большое. Спасибо большое, я очень тронута. Я даже не знаю, кого теперь надо благодарить мужчин, что они есть. Я извиняюсь за слабый голос, самый сильный. И мы без вас ничего не знаем. Я вас люблю. Если вы разрешите, мы начнем конкурс. Первое, что мы сделаем, мы представим вам жюри. Я их объявляю. Татьяна Кисельгов, работник Боинг-Оле. Светлана Славнинская, россиянин. Лариса Блехман. Дом ученых. Раиса Белова. Волонтер. Наум Садогурский. Дом ученых. И председатель жюри Евгений Григорьевич Лебенгар. Прежде чем мы начнем первую номинацию, выступающие со стихами, я хочу предоставить слово для поздравления вообще этого праздника и женщин Белова Леонида. Теперь я знаю, ты на свете есть. Оставив легкие следы.
знаю, ты на свете есть. И каждую минуту я тобой дышу. И во сне, и наяву. Совет Союза ветеранов и лично председатель Центрального Совета. Дорогие женщины, к вам, гордым бабушкам и прабабушкам, добрым матерям и сестрам, подругам жизни, милым и нежным, мы обращаемся со словами приветствия и поздравления в день Великой Труженицы 8 марта. Вы те, которые в солдатском обмундировании направляли зенитный огонь на вражеские самолеты в годы той страшной войны, воевали в партизанских отрядах, спасали раненых солдат, вынося их с поля боя, сутками выхаживали их в госпиталях, детьми трудились на заводах и фабриках, в колхозах во имя победы. Выжили в героической блокаде Ленинграда, в детском возрасте оказались оторванными от родного дома, в чужих для вас краях с ограниченной нормой хлеба и похлебки. Кончилась война. Вы учились, работали, создавали семьи и поныне, вернувшись на свою историческую родину, в солидном возрасте, с высоко поднятой головой, добрым лицом и светлыми глазами, вы продолжаете творить добро в семье и в обществе. Вы сегодня не просто члены Организации Союза ветеранов Второй мировой войны, а его опора и надежда. 16 председателей отделений женщин, 70 членов комитетов женщин, инициаторы и организаторы всех, без исключения добрых дел, в центре и на местах – женщины. Ваши внуки и внучки служат в рядах армии обороны Израиля. Это ваша гордость и слава. Они идут вашей дорогой. Президиум Центрального Совета в этот праздничный день женщин 8 марта и во все дни года отдает вам честь и желает вам и вашим семьям много лет здоровья, счастья, радостей как семейных, так и в общественной работе. С праздником 8 марта вас, дорогие подруги! Слава вам, дорогие подруги! С глубоким уважением и любовью по поручению Президиума Центрального Совета Союза Ветеранов Абрам Гризаль. Первый конкурс – это конкурс чтецов. Кравченко Надежда, Кирьят Хаим. Я не хочу вас погружать в какую-то грусть. Поскольку это праздник все-таки весенний и радостный, я прочту стихи, посвященные женщинам. Первое стихотворение называется «Женщина». В мире множество чудес, говорят порою, и одно из них сейчас я для вас открою. Это чудо из чудес женщиной зовется, в ней порой сидит сам бес, над тобой смеется. А подчас она нежна, словно ангел кроткий, жаль, что только не всегда. А на миг короткий, не она тому виной, что так тянет ноша. Ведь она всегда с тобой, если ты хороший, ты ее люби всегда. Слава ей и почесть, не груби ей никогда, будь с ней ласков очень. Следующий, Читаева Беляна. Быть женщиной, что это значит? Какую тайную владеть? Вот женщина.
Но ты не зрячий, тебе ее не разглядеть. Вот женщина, но ты не зрячий. Ни в чем не виноват, не зрячий. А женщина себя назначит, как форму лекарства врач. И если женщина приходит и о себе заводит речь, она как провод свет проводит, чтоб над тобою свет зажечь. И если женщина приходит, себе единственно верна, она приходит, как уходит чума, блокада и война. И если женщина приходит, чтобы оторвать тебя от дел, она тебя к тебе приводит. О, как ты этого хотел! Но если женщина уходит, понуро голову неся, она с собою вдруг уносит бесповоротно все и вся. И ты тот истинный, тот лучший, что был один в ее судьбе, зажат как бесполезный ключик в ее печальных молчаниях. Она в улыбке слезы спрячет, переиначит правду в ложь. Как счастлив ты, что ты не зря. И что потери не поймешь. Приготовится Терещенко Светлана. С Международным женским днем 8 марта. И пожелать вам и в дальнейшем быть такими же приятными, веселыми, красивыми, сильными еще много-много лет. На радость нам, мужчинам. Ибо, как сказал еврейский поэт, живший в Испании, Моисей ибн Эзра: женщин послал нам Господь властелин, чтобы не стало угрюмых мужчин. Поздравляю вас всех женским днем. И все же я хочу напомнить вам, что день 8 марта здесь простой рабочий день. Только стихотворение, которое я назвала «Посвящение женщине». Женщина, милое, нежное слово, мне ли тебя не понять? Учитель и врач, строитель, повар, а для детей вечно мать. Нежные руки у детской постели, сильные руки рвутся в полет, под лаской и нежностью. У колыбели сила и воля, у звездных высот. Бабушка, мама и дочка, сестра и жена, каждый знает точно, в сердце свое ты одна. Все ты, и нежность, и ласка. А еще ты теща, а еще любовь. Милые, хорошие, вас поздравляю вновь и вновь. Мы рожали сыновей и дочек, мы с любовью растили внуков. Как же хочется несколько строчек рассказать об этих радостных муках. Я хочу, чтобы жили вместе мы в большом и прекрасном доме. Я хочу, чтобы пели песни мне и всегда обо мне помнили. Но дети выросли, дети работают, у них проблемы и много забот. А мне так хочется, чтобы они были маленькими и как прежде смотрели мне в рот. Но мы, матери, сильные женщины, мы все вынесем, вытерпим, сможем. С этим миром навек повенчаны, сын да дочка, всего дороже. Пусть же будут счастливыми дети. И всегда будет чистым небо на прекрасной нашей планете. Пусть у всех будет вдоволь хлеба. Юдина Антонина Михайловна, маме моей. Мама, что же замуж ты не вышла? Навсегда осталась ты одна. Доченька, все это так непросто. Я отца любила и ждала. Кто же думал, что совсем немножко счастье нам судьбой отведено? Все война разрушила, разбила,
Счастье в вас, девчонки, вот оно. Воевал отец и был изранен. В 27 ушел он в мир иной. Ну, а я вдовой осталась с вами, горькой и бесхлебною порой. Счастлива, что выросли девчонки, что сумели в жизни путь найти, что красивы и смеетесь звонко, широки светлы у вас пути, милая, родная, дорогая. Лишь полсотни прожила ты лет, вся в работе, думах да заботах. Как давно тебя на свете нет, милая, родная, дорогая, нежность и тепло в себе тая, отцвела любви почти не зная, умная, красивая моя. И сегодня, в этот день весенний, здесь хочу тебя я помянуть. Может, видишь нас из поднебесья и благословляешь наш ты путь. Матерей поры военной, горькой, должен помнить каждый человек. Будьте вы вовек благословенны, незабвенны, будьте вы вовек. Следующая номинация будет бокал. Перед этим я хочу предоставить слово с поздравлением Григорию Федоровичу. Дорогие наши женщины и мужчины, так как мы идем не каких-то конкурсов и оценки нам не ставят, буквально два слова я хочу поблагодарить комитет ветеранов войны за приглашение, комитет инвалидов войны. Вот. Взаимосвязь, Евгений Иванович, в действии. Ну и хочу прочитать небольшое стихотворение, которое называется «За что мужчины любят вас?» За что мужчины любят вас? За то, что вы всегда среди нас. Мы вам безумно очень рады. Вы нам нужны. Это правда. За что мужчины любят вас? За то, что в жизни вы не раз всем мужчинам доказали, что нас любить – ваше призвание. За что мужчины любят вас? За то, что вы сильнее нас. На плечи с трудной работой легли домашние заботы. За что мужчины любят вас? За блеск прекрасных ваших глаз, улыбку милую такую, за вашу сильную натуру, за верность, нежность, доброту, за ласку вашу, красоту, за то, что вы на свете есть, за вашу мудрость, вашу честь. Мы очень, очень любим вас, готовы повторять не раз, сколько нам велено прожить, всегда мы будем вас любить. Много нежных и ласковых слов говорят вам сегодня мужчины, поднимают свой тост за любовь, и на это свои есть причины. Так за что же такая вам честь? И за что вас так любят мужчины? Лишь за то, что вы женщина есть. Это есть основная причина. Спасибо. Поет у нас Нина Шевская. Дни идут, летают, душа знает, вернись, коханый, ты повернешься, я знаю, моя любовь, моя жена.
Thank you.
Ураган все сильней свирепеет, мы не пустим его на порог. И тебя моя мама согреет, моя мама согреет Оренбургский пуховый платок. Ну, поверните. Так, все, хорошо. Здорович Фаина, руководитель филиала «Неве Давид», за вклад в деятельность Харьковской городской организации ветеранов. Пришел
ей с собой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. Далее бегу наших улиц, опять-опять товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель. Дорогие женщины, праздник весны с вами приходит, как радости весны. Вам этот праздник, все наши цветы, все наши чувства и все наши песни. И как хорошо нам возвращаться в холостяцкий дом, где нет ни ревности, ни звезд, упреков нет и нет угроз. Даже пить женщин очень можно, но нам, мужикам, не ясно лишь одно, кто будет нам обед варить, белье стирать, посуду мыть. Кто будет нам тогда детей брать? Кто на горшочек будет их сажать? Кто будет гладить, штопать швы? Кто будет нас тогда любить? Нет, жить без женщин нам никак нельзя. За прелесть жизни в них ходили друзья. Мы их терпеть готовы и повторяем снова. Мы любим вас в этот час. Тоже хочу очень коротенькие поздравления, очень коротенькие. Уже проклюнулась мимоза, чтоб женский день всех одарить, благоуханьем одурманить и красотой заворожить. Какая чудная пора для женщин каждая весна. И еще коротенькая, совсем коротенькая. Женское счастье, мир на планете. Женское счастье, здоровые дети. Женское счастье, любимый супруг. Женское счастье, где верят и ждут. Праздником весны вас! Нелегко ждать, ты бы не терял дня, догнал меня, вернул меня, и все сбылось, не сбылось, венком сомнений надежд переплело. Счастья нет, и счастье ждет у наших старых, наших маленьких ворот. И все сбылось, и не сбылось, венком сомнений надежд переплело. И счастья нет, и счастье ждет у наших там, наших маленьких ворот. Слушай шагов звук, двери входной стук, голос встречай мой, спешу к тебе, спешу домой. Все сбыло и не сбыло, венком сомнений надежд переплело. И счастья нет, и счастье ждет
у наших старых, наших маленьких ворот. И все сбыло, и не сбыло, венком сомнений и надежд переплелось. И счастья нет, и счастье ждет у наших старых, наших маленьких ворот. Кружится, кружится старый кольцо, сердце тот старый, сердце тот старый восток. Кружится пестрый листок, кружится, кружится старый вальсок. Старый забытый вальсок.